Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Пим-пум-пам. Пим-пум-пам. Помахать. Здравствуйте, здравствуйте. Помахаем немного. Здравствуйте. Добрый. Добрый день всем. Доброго времени суток. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо огромное. Всем привет в этом чатике. Здравствуйте. Привет, привет. Всем еще раз здрасте. Дела великолепно просто, максимально. ASICS One король просто. ASICS One мы любим. ASICS One, ASICS One. ASICS One король на самом деле. Здрасте, здрасте. Релиз скоро, да. Скоро, скоро, скоро релиз. Здравствуйте. Здравствуйте. Хватит меня морозить. Ну я что, я тебе морозка, что ли, тебя морозить? Я не умею морозить. Привет, всем привет еще раз. Пола лежит дома. Привет. Спасибо, ты тоже кися. Все киси, блядь. Привет, привет. Здрасте. Сонный котик, сонный кот. ASICS One подписался, охуен. Я завершаю рэп-карьеру в 84. Усики, ну попозже. Усики, ну я думаю, Лига Гнойного без меня обойдется, так что ничего страшного. Мемы про антихайп, респект вам. Респект людям, которые делают мемы про антихайп. Да. Тоже обожаю мемы. Обожаю мемы. Обожаю мемы. Я не грустный, друзья. Почему грустный? Так немного грустный. Думаю, пойти куда-нибудь покушать супчика в очередной раз. Казинак, да, спасибо. И... Так что, друзья, если кто-нибудь хочет пойти покушать супчика, пойдемте покушаем супчика. Мем — это жизнь, да. Да, да, да. Я сам дома, но я собираюсь идти кушать супчик куда-нибудь в очередной раз. Обожаю супчики, как я уже говорил. Вот. Да, супчик, опять супчик. Нет, на новом релизе будут фиты... Только Сидоджи дубощитом. И все. Кушать еду? Я не знаю. Я вот думаю, куда пойти покушать на самом деле. Я ем, да, кроме супа. Вообще много чего ем. Но вот я просто люблю супчик. Я просто еще сегодня ничего не кушал. Вот. И я вот хочу супчика. Да, новый релиз скоро. Скоро новый релиз. Круто, скоро вообще. Охуенно. Я люблю разные супчики совершенно, на самом деле. В зависимости от места, где это готовят.
Так что если у вас есть какое-нибудь место, куда можно сходить поесть вкусного супчика, то, пожалуйста, отведите меня туда. Вот сырные супы, кстати, я не очень люблю. Да, не так сильно прям, как другие. Но вообще, если говорить о супах, то какая-нибудь там куриная тема из серии куриная лапша. Вот это вот все просто, курничек, что-нибудь еще такое. Вот это я очень люблю, да. Вообще, куриные супчики, это великолепно просто. Троми, кстати, Гриш обязательно будет. В Икее норм, да. Чебоксары. Ну, в Чебоксары не могу. Охуенный суп. Ну, пойдем, поедим охуенного супа. Сам умею немножко варить суп, да. Какой-нибудь простенький, наверное, смогу сварить. Змеи суп какой-нибудь. Ну, гороховый хуй знает, не особо вкусный супчик. Не так круто. Гриш не покажу, Гриша где-то дрыхнет, поэтому не хочу его будить. Бульончик, да, куриный, вот это вообще нормальная тема. Сварим суп с вареной эмси обязательно как-нибудь. Обязательно сварим суп с вареной эмси. На фотку, на фоне себя. Не понимаю, чем фишка. Фото на фоне себя, не понял. Фасолевый суп, ну, не знаю. Не знаю. Бля, борщ очень люблю на самом деле. Борщ охуенная тема. Просто борщ разный бывает. Я вот, допустим, холодные борщи не очень люблю. А вот супчик, например, или борщ вкусненький какой-нибудь, там нормальный. Тут нормальная тема. А, стримов пока не будет, друзья. Мне, к сожалению, не на чем стримить. У меня нет компьютера. Так что, опять-таки, если у вас есть компьютер, то позовите меня к себе, я у вас дома подстримлю. Такой вот, может, такими вот можно вещами позаниматься. Да, братва варит супчик на кухне Кумар, в том-то и дело. Выпуски будут кулинарного шоу, наверное, я думаю, будут. Наверное, я думаю, будут. Бог на фоне Бога, шутка, типа, две одинаковые картинки скинул. А, это про Иисуса, что ли? Ну, компьютера у меня сейчас нет, друзья. Нет, к сожалению. Нет у меня, к сожалению. Компьютеры сейчас... Тащишься от школы рэпа, от школы рэпа вообще тащусь просто максимально. Что в Москве делал? Ты гулял просто, отдыхал в Москве. Люблю Москву. В начале мая, как говорится. Тебе не кидали бабло на комп? Вчера собирали. Не, мне на комп никто бабло не кидал. Но если собирали, это охуенно. Молочный супчик... Ой, то тёщечка, кто пришел? Ну иди сюда. Ну иди сюда, ладно, блядь. О, кто пришел тут? Ну ты меня закрыл, Гриш. Ну что ж ты? Ну давай я тебя подвинь немножко, так смотри. Вот так вот, нет? Так, не хочешь сесть? Ну тут тебе нравится так? Приперся, блядь. Мудила. Ну куда ты? Ну, блядь, я не вижу нихуя. Вот, ну придется так немного. Так немного придется повести немного трансляцию, извините уж. Ну нет компьютера у меня сейчас, друзья, нет. Ну вот просто нет, какая разница. Хватит мурчать уже так. Слышите это мурчать или нет? Друзья. Вот. Ему не жарко с такой шубой, нет, ему просто охуенно. Он не любвеобильный на самом деле ни разу, он только меня любит. Куда кидать на компьютер? Мне кидай на компьютер. Кидайте на компьютер. Ну что ты за урчал такой, урчалочка? Ну кто ты такой? Ты мой сладкий. Ну смотри, ты стеснялся, так стеснялся. Котик же стеснялся, так немножко. Подлец, блядь. Въебало кидать, да. Можешь въебало кидать. Тебе. Он однолюб, да. Ну, значит, люблю обильный котик, да? Ты такая кошечка моя. Ты моя кошечка.
пришел на трансляцию, блядь. А есть, в Твиттере есть карта моя, друзья. Если хотите мне закинуть денежки, закиньте. Гриша не любит гулять, как Фили. Нет, Гриша боится гулять, он только... Домашний котик, да, кисточка моя? Ой, ну что ты, ну что ты, ну что ты такой? Он и толстый, и пушистый одновременно, так что... Все, ушел. Ушел кот. Гриш такой кот, да, пришел. Пришел, блядь. Посидел, на трансляцию залетел и съебался просто. Хайполоджи, блядь, ебаный. Лишь бы похайпить. Лишь... Да, использовал меня, ресурс, всю хуйню. Всю хуйню, там вот эта тема. Вот эта вот тема. Никак я к рудбою не отношусь, друзья. Ну, что за вопросы? Не знаю, никак не отношусь, мне похуй. Гриша сыт в тапки, но только если в твои нет. В мои не сыт, ни разу не сал. Пришел, лег и минус чистая майка. Да, да, вот люди спрашивают, почему у меня все в шерсти. Потому что, блядь, невозможно быть не в шерсти, когда у тебя живет такой кот, как Гриша, который просто приходит к тебе, ложится на тебе и лежит. Да, батлет. Я в Питере, да. Я в Санкт-Петербурге. Он ничего не рвет. Нет, он нормальный кот. Нахуй ему что-то рвать. На битах только рвет иногда. То у него получается не очень хорошо, потому что у него лапки. Лапки. Лапки, лапки, лапки. Сегодня сделала взрослое решение, открыла кредитку в Тинькофф. Красиво. 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 Новый клип Локи я не смотрел, я ничего не думаю. Мне похуй. Мне похуй. Честно. Не хочу показаться грубым, но мне похуй. Вот. Ну что, друзья, я так понимаю, никто не знает, да? Где в Петербурге можно поесть вкусного супчика, да? Ну что ж. Что ж. Не очень это круто. Не очень круто, что никто не может меня отвезти в место, где есть супчик. И где можно съесть вкусного супчика. Да нахуй Москву, я уже был в Москве. Хорош стричь, сейчас скоро лысым станешь. Не знаю. Вроде бы пока не грозит. На Гороховой. Ну так это охуенно на Гороховой. Да в смысле закажи? Я хочу пойти куда-нибудь поесть супчика и посидеть с кем-нибудь, пообщаться. Самый лучший суп у меня дома, но я не в Питере. Ну что ж. Как всегда, лучшие супы у нас в клубе. Где лучшие супы? У нас в клубе. Бля, на Украину, да, нормальная тема. Оплатим и супчик. Давайте, давайте, друзья. Я на самом деле готов. Платите дорогу, в писечку, я приезжаю, ем просто борщик и супчик. Я один не хожу есть супчик, потому что мне не хочется. Я хочу с кем-нибудь сходить поесть супчик, потому что мне хочется... сегодня чем-нибудь позаниматься вечером и с кем-нибудь пообщаться, например, с кем-нибудь познакомиться, например, с новым человеком, кого-нибудь узнать, знаете, как интересно вот это все дерьмо, там, пообщаться с новым человеком, узнать о его интересах, там, и прочее, вот. Почему нет? Ну, и все это можно сделать, пока вы едите какой-нибудь вкусный супчик, потому что жрать я хочу все больше, и потому что я сегодня еще ничего не ел. Да, и вообще, типа, доставка супов мне не нравится, я хуй знает.
Вот. Весь этот мир грязь под ногтями. Я экстраверт? Нет, пожалуй, нет. Мы все время тут обращаясь интересные люди. Но я больше за живое общение, друзья, знаете, как-то вот встретиться, там, попиздеть, поесть супчика. Да, вот уже 7 вечера, а я еще ничего не ел, друзья. Я еще ничего не ел. Гриш. Гриш, ну, Гриш, пожрал тоже, блядь. Приходи на Маяковскую. А что там на Маяковской? Что там на Маяковской? Якобы на супчик, а сам наркотики предлагать. Я тебе сейчас забаню, братан. Чего ты хуйню тут несешь? Какие наркотики? Какие наркотики? Чем вы, друзья? Какие наркотики? Я на Малой Морской живу. По кайфу, по кайфу. Не, не знаю, мне не нравится доставка супов, потому что мне не нравится есть суп из этих ебаных баночек, вот этих вот блядских. Вот эти вот, ну, короче, пиздец. Да, как заманить Ваню Светло на тусовку? Просто предложить ему супчик. Орехов Леша, не знаю. Наркотики это Гриш. Гриш! Ну чего ты лежишь-то, блядь? Чего ты лежишь-то, блядь? Не нервничай, блядь. Гриш. Гриша. Ну что? Ну что такое? Ну что такое? Ну ладно, лежи. О, друзья. Это ты мне говоришь. Болеешь? Что, блядь, я хуй знает. В ДР мне суп не подарили, нет. Мне в ДР суп не подарили, к сожалению. Путь к сердцу лежит через супчик, да. Супчик. Блять, хочется супчика. Чем ты вообще дома занимаешься? Сейчас ты так лениво лежишь. Да я вообще дома лениво лежу, больше ничего не делаю. Трета квакшибоев, блять, надо доделать, кстати, к трета квакшибоев обязательно. Привет, привет, Даша Фаворская, привет. В Астрахань можно, конечно, почему нет? Астрахань прекрасный город. Да любого супчика, ёпты, не знаю, ну какой-нибудь куриного лучше. Я люблю супчики, просто пиздец. Пойдемте, друзья, супчика поедим, никто не хочет. Хочется пойти поесть супчика просто. Какое-то настроение не очень, знаете, и хочется пойти просто покушать супчика. Ленивая мёбка, состоящая на 90% из желания поесть супчик, чисто 98% желания поесть супчик. Ваня, нет ничего лучше, да, лучше домашней лапши, как и пьянца. Да, безусловно, но, блядь, я хоть, ну, блин, кто же у меня, блядь, приготовит эту лапшу-то, ёб твою мать. Пойдемте есть супчик. Да вы чё, ёпты, блядь. Никто, блядь, супчик не хочет, что ли. Отмечал ДР. Я не отмечаю ДР супер много лет, похуй. Сенкин самокатер, да. Да. До Питера долго лететь, ну. Видимо, здесь из Питера никого нет, да? Кто из Питера, друзья, ставьте плюс в чат. Давайте посчитаем, сколько нас. Давайте я тоже плюс сейчас поставлю, смотрите. А, тут нельзя плюс, что ли, ставить, ёпта. Нет, тут нельзя плюс ставить, походу. Ну, ладно, в общем, мой плюс. Я ставлю плюс. Любой суп, кроме этого, этого и того, да. Кто такой Ваня Светло, да хуй знает, такой Бульвар Депо, блядь. Power Puff Love. Вот, один человек есть, два человека из Санкт-Петербурга. Прекрасно, три человека из Санкт-Петербурга. Четыре человека из Санкт-Петербурга. Минус. Ну что ж,
Обидно. Пять человек из Питера. Пять. Пять просто. Пойдемте есть супчик, друзья. Из Пушкина пиздовать ради супчика, блядь, ну вот, не знаю, сами смотрите, друзья, я же никого не заставляю, просто говорю, что отлично было бы пойти поесть супчика. Половина пиздят, что они из СПб. Привет из Владика, я респект. Я из Бишкека, да, я из Бишкека. Из Бишкека. Блядь, ну вообще, типа, кто такой Бульвар Депо, Powerpuff Love, типа, ну, я не из Питера, но я хочу супчик и тебя, что делать? Ну, блин, ну, сначала супчик, в любом случае. Супчик мне нужен. Я живу в московском районе. Гокил охуенный, да. Гокила топыч. Гокила топыч. Недавно послушал Ежи, Мистика, Лирика, твой парт прям очень зашел. Респект, респект, респект. Диагноз, пиздеть из Питера, чтобы сходить поесть супчик. Да мне кажется, все пиздят в натуре, и никто просто не хочет пойти поесть со мной супчик. Ничего, я пойду один, как бы я человек простой, если никто не хочет со мной идти есть супчик, я пойду один есть супчик. Ну, в принципе, нормальная тема. Ну. Но. Супчик хочется, супчик. Руслан Гительман? Прости, Вань, да ничего страшного, все меня боятся. Ну ладно, чё, типа, ну... Окей. Окей. Да, в прошлый раз мы охуенно посидели с ребятами, супчика поели. Так всегда, так всегда. Гриш с собой. Я бы взял Гриш с собой, но он не любит улицу, просто он боится. Все хики ебаные, да? Ничего страшного. Из Северной Кореи. О, кайф. Супчик из Северной Кореи. Добрый день, добрый день. Я в Питере, но мне годиков мало. Никто тебя не боится, погнали, мы хотим. Угу. То есть супчик, да? Что вы думаете насчет супчика, друзья? То вдруг маньяк кого-нибудь посмотрит и придет есть с тобой супчик. Ну и что? Ну, блин, маньяк тоже человек. Маньяк тоже человек, в принципе, ну. Я хочу супчика, блядь. За супчик из Гриши можно не просто пизды выхватить, а прям нормально. Я тоже думаю, что я не особо страшный, но людям виднее. Кому это надо? Никому не надо. Вуглич, да, сейчас прям дядечка. То чувство, когда не любишь супы. Ну, как это не любишь супы, друзья? Ну, вы что? Вы что? Супчик, это же, ну, блядь. Если это смотрит маньяк, то супчик будет из Вани. Ну, возможно. Супчик. Блядь, короче, ёпты. Супчика хочется все-таки так сильно. Сколько уже время, друзья? Уже 8 час. Я еще сегодня ничего не ел. У меня не будет 28 июля, братан, поэтому можешь текст мне не писать. Что там интересно? И супчик хочу, и тоже в московском районе живу, а у семьи в планах ночная экскурсия. Ну, что ж поделать? Что ж поделать? Что же поделать, друзья? Супчик это святое, да. Не, я никого не принуждаю, не говорю, пойдете со мной. Я просто говорю, что если среди вас, друзья, есть действительно человек, который также любит супчики, как люблю их я, эти супчики. О, Мотя, респект, бро. Также любит супчики, как люблю я, супчик, то давайте.
Давайте поедим супчик. Поедим супчика. Братишка, спрашивает, в каком вы районе? Я в Московском районе живу, еще раз говорю, друзья. В Московском. Кто мы-то, ёпты, блядь? Мы здесь одни с тобой сидим. Да, спасибо, Катя, я видел. Я кушаю только с фанатами. Да, ты молодец, респект. Блять, супчики жрать каждый день. Ну просто реально сегодня не ел еще ничего, ребят. Ну ёб твою мать. Есть возрастное ограничение для людей, которые хотят поесть с тобой супчик? Блин, ну я не знаю, ну желательно 18+, конечно, на всякий случай. Я сейчас, блядь, прямо во время трансляции от голода умру, друзья. Никто не хочет есть со мной супчик. Куда ты приедешь и сваришь мне супчик? Я в другом городе, Замат, извини. Мы тут, мы. Да кто мы-то? Кто мы-то? Мы вдвоем одним... Почему один не сходишь? Да, конечно, схожу. В смысле один не схожу? Я-то схожу. Люди до 18 тоже хотят супчик. Блять, ну ладно. Но лучше в 18+, конечно. Смерть от голода в прямом эфире. Не кликбейт. Что ты такого делаешь с супчиком, что 18+? Суп. Сходи в суп вино. Вообще, друзья, напишите, пожалуйста, в директос. Напишите в директос, во-первых, если хотите пойти супчик поесть, а во-вторых, даже если не хотите, напишите, пожалуйста, какое-нибудь прикольное место или заведение, где можно в центре плюс-минус покушать прикольного супчика. Вот, так что было бы охуенно. То я, блядь, сейчас умру от голода, ёбаный в рот. Да, американский суп. Как американский пирог, только суп. Да. Гвоздь это как шайба, только гвоздь. Вот такая хуйня. На хате у Руслана Гительмана. Самый топовый суп. Нормальный суп. Что за Руслан? Чебупицца. Не знаю. Чебупицца тяжелая пища. Типа хочется супчика. Понимаете? Если ты ничего не ел целый день, целый день, то тебе, блядь, хочется супчика. Включаешь Обломова и кушаешь супчик. Ну, мне не очень, дружи, Обломов нравится. Он заебный, занудный немного. Надо райдер согласовывать, и там будет суп. Ну, типа того, да, друзья, типа того. Хочется супа просто, блядь, пиздец как. Ты что, Руслана не знаешь? Мы на Петроге, у нас суп. Едь сюда. Петрога, нормальная тема. Я на Петроге пару лет жил, да, это по кайфу. Татухи, да, после супчика показываю обычно татухи свои. Канал про супчики чисто. Бля, кстати, канал про супчики, нормальная тема. Канал про супчики. Я люблю куриные супчики всякие, вот. Я же говорил уже, там куриную лапшу всякие, там вот эти вот похожие. Ну и уху очень люблю сливочную, просто пиздец как. Где на Петре именно? Я на Ленина жил улице. Пересечение Ленина и Большого ПС. Будут, наверное, выпуски Фаллен-шоу, да, я думаю, будут. Если будут бабки и желания, то я думаю, будет. В любую крошку картошку, ну это вообще нет. Вот почему 18+ делать это татухи, ну типа того, да. Типа того. Лапша, да, лапша я люблю, да, лапшу, тут вся хуйня. Это все топоч, конечно. Миром правит супчик, так и есть, собственно говоря. Миром правит действительно супчик. Подгоняй, короче, охуенно просто. А еще, друзья, я узнаете, что вспомнил? Не, удон не люблю, не хуйня. Друзья, типа в натуре
Пицца Хат, и там в Пицца Хате есть поплавок из колы с мороженым. Блядь, чё так захотелось? Пиздец. Поплавок из Пицца Хата захотелось. Ох, ёбаный в рот, с Кока-Колой или с Пепси и с мороженым, ёбаный в рот. Просто топчик. Вот это я вспомнил. Вот это я, блядь, вспомнил. Вот теперь мне хочется поплавок из Пицца Хата, из Пепси с мороженым. Двигаю в Пицца Хат, блядь. Может быть, тоже это двигать в Пицца Хат? Блядь, как же захотелось мне поплавок из Пицца Хата с мороженым и пепси, блядь, ёбаный ты в рот. Тонну супчика я съем, да. Пицца, да, пицца в Пицца Хате, кстати, не такая вкусная, а вот поплавок, типа, по кайфу. Ну нет, супчика я тоже хочу. Супчика тоже хочется, так это. Двигать в Пицца Хат. Двигать в Пицца Хат. Я обожаю двигать в Пицца Хат. Двигать в Пицца Хат. Бля, кстати, кроме шуток, это не реклама Пицца Хата, мне похуй. Они мне не платили, если что. Сразу могу сказать. Но я что-то вспомнил, пиздец. Блядь, поплавок мне захотелось, просто пиздец. Да я пиццу не очень люблю, на самом деле. Не очень люблю пиццу. Домашнюю пиццу люблю, да? Домашнюю нормально тем. На Арбат поеду сейчас. Прямые эфиры Fallen MC объединяют просто. Вот ребята взяли и поехали. Поплавочек, наверное, пить вкусный с мороженком. Ах, еще бы у тебя рекламу заказывали. Ну да, я думаю, что я не слишком крутой для рекламы, поэтому... Проще просто сказать, что в Пиццхате, блядь, охуенный поплавок, блядь, с пепси с мороженым. Просто пиздец, блядь. Где кота достал? Мне подарили. На день рождения я. Не я. Кто за супчики отвечает? Кто задонатил? Не знаю. Мне никто не задонатил на супчик до сих пор. Кстати. Кстати, никто не задонатил мне до сих пор на супчик. В принципе, ладно. Рекламу своего супчика, блядь, я даже скидку 20% сделал на рекламу супчика домашнего обязательно, друзья. Кстати, о деньгах. Ту-ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. Кстати, о деньгах. Ту-ту-ту-ту-ту. Блядь, друзья, я трек про супчик напишу теперь обязательно. Домашний супчик я охуенно люблю. Вот в натуре. Я вообще, если честно, люди из-за Гриши сюда пришли. Ну, извините, можете уебывать. Вот. Я напишу трек про супчик обязательно. Трек про супчик-то. Кайф. Какой-нибудь крутой. А у Сигну дорого, да. Сигна это дорого, друзья. Прямо сейчас суп есть, угостишь. Так, стоп, ты же на работе, я помню. До 10 часов. Ты что, это хочешь? Угостишь еще, ебаный в рот. Нет, я, конечно, могу угостить, но, блин. Но, блин. Блин. Я жду трек, пока до трека. Ебо. Ебо, ебабо. Ебо, ебабо. Сигна дорого. Сигна очень дорого, потому что у меня есть особенность, я делаю сигны только в тех местах, где у меня есть татуировки. Нас угостим режиссеры молодые. О, ебать. Телеканал Мир, что ты делаешь?
даже проверила кредитку. Приветик, привет. Я съебу с работы. С работы. Ну вот так вот люди работают. Видите, да, в стране. Взяли просто, чтоб на суп задонатить, друзья. Ну вы что? Смотрите, запоминайте. Вот я помню наизусть. Смотрите. 42, 7, 6, 5, 5, 0, 0, 2, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 1. Все, изи просто. 42, 7, 6, 55, 2, 0, 2008, 3, 0, 1. Это просто как 8, 800, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 5. Проще супа съесть, чем у кого-то занимать. Заводы стоят, все супчики едят, ебаный в рот. Все. Раунд. Ну да, тем более Лиза знает номер карты в любом случае. Так что хуй его знает. Изи. Изи. Ну что, друзья, так скажем, давайте резюмируем все. Я сейчас вот еще минут 5 полежу, хуйней пострадаю. Потом начну собираться и ехать куда-то есть супчик. Друзья, если вы не хотите оставить меня голодным и вообще, то напишите мне в директ, пожалуйста. Во-первых, либо место, куда можно съездить, поесть вкусного супчика. И желательно, ну, такой более домашней пищи. Меня кто-то перебил. Я вообще против, знаете, таких вот прям ресторанов. Мне всегда больше нравится формат домашней пищи. То есть вот эти вот уютные супчики, например, вот во всех этих бочоночках, там, в тыквенных, я не знаю, штуках каких-нибудь. Ну, вот это все дерьмо, короче. Вот. Фотки секси-супчиков. Бля, кстати, друзья, да, если у вас есть фотки секси-супчиков, то присылайте опять-таки в директ обязательно. Вот тут интересный вопрос. Подождите, Ивана, вам важно, чтобы людям нравилось ваше творчество или антихайп ебал всех в рот и т.д. А в топ от супчиков. Прошу прощения. Ну, в принципе, похуй, честно. Честно, похуй. Так вот, друзья, я вас очень прошу, не оставьте меня в беде и либо закиньте какое-нибудь место прикольное в директ, куда можно сходить супчика поесть вкусненького. Да, или вот бабушка с супчиками у вас есть. Да, либо просто напишите, пойдемте супчика поедим, и мы с вами пойдем просто покушаем супчика. Все, друзья, спасибо вам огромное, что были со мной. Если будет настроение и сейчас поедем с кем-нибудь есть супчик, я думаю, можно будет на месте даже трансу запилить, но не знаю, вряд ли. Вот. Так что ждем ваши сомы, рубли, гривны, фунты стерлинги и доллары на номер карты, который был озвучен ранее. Ну, в принципе, можно и не кидать, потому что похуй. Вот. Спасибо огромное. Друзья, хотите поесть супчика, напишите в директ, обязательно пойдем. Вечер еще долгий, но жрать хочется пиздец. Все. Респект.